Понюх, по запаху. Конечно. Ну? Вы были в своей машине, он в своей его машине. Mm-hmm. Походу вы учули, что ли? Выходит походу. Вы ему трубку давали? Да. Сейчас давали? Да. Тормози. Ты хочешь слезть? Я хочу поинтересоваться, вы трубку давали ему или нет? Я тебя сейчас здесь оставлю. С какого перепуга? Я пассажир в этой машине. Свободен. Я запрещаю эксплуатацию. Кому? На каком основании? Слезь здесь. Я не собираюсь слезть, я еду здесь. Я тебя еще на стоянке оставлю. На какой стоянке? На спецстоянке. Меня? Да. Сомнения есть? Ну давай доедем до нее сперва. Пока нормально, говорю, слезь отсюда. Не слезу это я в этой машине сидел. Я говорю, ты свободен. Я в этой машине сидел, я до конца доеду, я буду разбираться и все. Да разбирайся хоть сколько она. Выйди, освободи машину. На каком основании, командир? Основание я ему предъявил. Ну я пассажир его автомобиля, я из него не буду выходить, пока он мне не скажет, понимаешь? Тебя тоже освидетельствовать? Да без проблем, да. Все, не вопрос, поехали. Ну, на каком я основании? Я сам по себе пассажир. Только я тебя там же и оставлю. Да без проблем. Как твоя фамилия? Мое? Да. Тебе письменно? Возможно. Или устно? Устно и письменно. Сейчас письменно я тебе напишу. Хорошо. Появление в общественном месте не древнем состоянии. Ну, где вы нас видели в общественном месте? А, мы там не распевали. Вы появились? А, блин, еще есть сейчас распитие, нельзя, что ли? Есть распитие, ну? Есть появление. Это два разных вещи. Ну вы же там не засекли, что вы там, мы там пили? Нет, там видео. Может, есть. Ну видео без проблем, мы не пили же. Вы появились, я еще раз говорю. Ну еще мы появились, мы ходим по своей стране, вот как свободно, вот все. Видите? Хотим, появляемся там, а хотим, появляемся кодексе, там. Есть в кодексе статья, я говорю, появление и распитие, это вообще отдельные вещи. Появление, мы что, бурагозили или что? А бурагозить вообще там по хулиганке тебе водолю. Ну, попробуй, что ты. Сейчас я тебя устрою. Иди вызывай. Давай, да. Сейчас, дай. Интересно. Я тебе сейчас попробую. Вообще, как твоя фамилия? Я тебе письменно все изложу. Письменно изложу? Давай. Все? Все? Но... Только я вот не понял вот это появление в общественном месте. Поймешь. Не по теме это. Поймешь. Не по теме. Поймешь. Ну ты сам, а вот ты закон вот его гнешь, правильно же? Ты на него работаешь, на этот закон, ты должен обоснование знать же, как сотрудник я полиции. Я тебе говорю, появление в общественном месте не требует составить чуть. Дальше что? Растолкуй мне появление. Простите, появление в общественном месте не требует составить, тем самым оскорблять человеческую нравственность. Угу. Кого я оскорблял? Своим видом, своим запахом. Запахом? Да. Я вообще приятно одет, нормально, вполне. Я говорю, запахом. Запахом спиртного. Кого мы сбили? Спиртного. У вас есть видеофиксация на это? Конечно. А видеофиксация фиксирует запах? Конечно. Да вы что, у вас такое оборудование, конечно, что ли? Можно в камеру посмотреть, запах учует. Конечно. Интересный вы вообще человек. Интересный сотрудник полиции, действительно.
свой. Не выйди. Выходи. Не выйду, говорю.